Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон TCL 40SE. И сейчас мы разберемся, как войти или воспользоваться ночным режимом на нашем телефоне. Итак, для этого мы смахиваем шторку сверху вниз. Здесь ищем ночной режим. Если он есть, нажимаем на эту кнопку. Здесь на первой страничке выбираем, будет ли входить в ночной режим функция «Не беспокоить» либо «Нет». Нажимаем «Далее». Настраиваем график, либо настраиваем график и даем условие, что он рабочий только если телефон стоит на зарядке. Нажимаем «Готово». Здесь снова-таки даем разрешение. И здесь можно либо не включать по расписанию, либо настроить по условию, либо четкое расписание. Также настроить можно. И на этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!